Всем привет, это Серж Дебле, игрок футбольного клуба Тобол, Костанай. Расскажи, как ты стал профессиональным футболистом и какие трудности ты встретил на пути? Я вырос в бедной семье в Африке. Я учился в школе, когда мой отец скончался, и я начал тренироваться с молодыми ребятами на улице. После чего я поступил в футбольную школу АСЕК «Мимоза», выходцами которой являются такие игроки, как Жервиньо, Яя Туре и многие другие. Затем я начал тренироваться в чемпионате Африки, в первой лиге, после чего я уехал в Англию. Футбольный клуб «Чарлтон» — это был мой шанс покинуть Африку. Кто твой футбольный кумир? Мой кумир — Криштиану Роналду. А почему ты выбрал именно его? Я выбрал его, потому что Криштиану постоянно работает над собой, и мне это очень нравится в нем. Это бесспорно один из лучших игроков, который всегда хочет быть лучшим. Мне нравится его игра, его успехи в карьере. Когда я был молод, я всегда смотрел нарезки видео с Криштиану. Бессомненно, это мой кумир. Советовался ли ты с кем-нибудь перед тем, как приехать в Костанай, и как твоя семья отреагировала на это? Да, я после того, как мной начал интересоваться Тобол, я позвонил Жерару Гоу, который сейчас играет в Актобе. Он рассказал мне о футбольном клубе, о городе. После разговора я был заинтересован подписать контракт именно с Костанайским Тоболом. Что он сказал тебе? Он сказал, что Тобол хороший и серьезный клуб с большими целями, который стал чемпионом страны в прошлом сезоне. Это дало мне мотивацию приехать сюда. Отпразднуешь ли ты свой забитый мяч национальным казахским танцем Каражора? Во-первых, я в принципе не умею танцевать. Но я постараюсь это осуществить. Возьму во внимание. Я покажу тебе. Хорошо, хорошо. Я попробую. Ты играл в России, Дании, также в Армении. На твой взгляд, какой уровень у чемпионата Казахстана? Хороший уровень. Я могу сказать, что чемпионат Казахстана схож с уровнем чемпионата Дании. Но я пока еще не играл в чемпионате, я лишь играл в кубке. Но уже могу сказать, что в Казахстане хороший уровень чемпионата. Оправдались ли твои ожидания о городе, клубе и его болельщиках? Да, конечно. Когда я позвонил Гоу, он сказал, что Костанай небольшой и уютный город, Тобол серьезный клуб. Когда я приехал сюда, сам убедился в этом. Здесь любят футбол. Многие приходят на стадион поддержать команду. Так что ожидания оправдались. Тут интересный вопрос подъехал от некого пользователя. Звучит он так. Серж, когда ты выиграешь меня в теннисбол? Я знаю, кто это написал. Это Зоран. Теннисбол мы играем постоянно для восстановления. Но это не проблема. В следующий раз я тебя обыграю. Достаточно ли морально-волевых качеств у команды, чтобы повторить прошлогодний успех? Я знаю, что Тобол стал чемпионом в прошлом году. И мы должны защитить этот титул. У нас хорошие, качественные игроки и тренерский штаб. Это вполне воплотимо. Только работая вместе как команда, мы можем вновь стать чемпионами страны, тем самым защитив титул.